Здорово, ребят, девчат, как у вас дела? Я надеюсь, супер. Не могу не оставить это дело в необсужденном. Не то, что, ну, классическая фраза, да, что-то я щурюсь, такое солнце за дымкой, но может очки одеть? Ну, сейчас. О, да, другое дело, поляризованные они. Вот, сейчас на обедике быстренько, потому что я мало говорил вчера на русском, мне все-таки каждый день, я думаю, что будет на русском удобнее говорить. В общем, тема такая про Вирджинию, что у вас там в СНГ или в России говорят, или в других каких-то странах. Я скажу вот просто за себя, как житель Охайо, и, ну и я неравнодушен. Не то, что если не заниматься политикой, то политика займется с вами, это частично, но просто нужно быть в курсе и, так сказать, смотреть, что по обстановке происходит. Чатик у меня есть. Может, если у вас вопросы под конец какие-то остаются, я думаю, что я эту тему буду продолжать какое-то время. Так, ну, в чем суть конфликта? Много сторон, но вот такая есть официальная версия, есть типа неофициальная версия. Я считаю, что кто-то в воду мутит, что-то хотят затеять. Опять-таки, столько всего происходит, что невозможно оценить в такой мутной воде все. Я, так сказать, нахожусь в этом самом, в, ну, публичное место. Здесь люди кушают, громко разговаривают, так что без обид. Вот, я надеюсь, будет слышно хорошо. По-моему, что-то хотят проверить. Это, опять же, типа какая-то проверка, мне так кажется. Это против народ, против типа элит. Есть тоже такая версия. Нацики сильно заборзели. Вот. Я очень этим недоволен. То есть уже это как начинает размешивать. Бурлит и начинает размешивать. Значит, что они там устроили? Ну, вы в новостях, наверное, все видели. Я не буду особенно пересказывать. А может, вообще ничего вам не показывают? Я не знаю. Я скажу, не знаю точно. Я не смотрю обычно ни российские, ни СНГ, никакие станции, телевизоры, только на YouTube. То есть вышли протест против не сноса, неправильно сказать, но, в общем, куда-то перенесение, может быть, одному из руководителей, не вождей, сложно сказать. Ну, главных, кто in charge, кто ответственный за, по фамилии Ли. Ну, это посмотреть можно в... А, здорово, пучеглазый, из Санкт-Питера, здорово, братан. Вот, вернемся. То есть он, ну, как руководитель движения, что ли, того. Это нужно почитать посерьезнее. Это старые времена. Очень много controversial, да, все по-разному переписывали тоже. Но здесь более-менее все так открыто. Cheers. Вода у них фильтрованная в этом месте. Это такие суши place. Ну так вот. Слово за слово. Ну, памятники, я лично считаю, памятники не трогать. Вообще, просто... делать много общественных организаций, самоорганизаций, конечно, желательно контролем держать, но чтобы просто объясняли, вот памятник обморозку, там, который хотел, чтобы были рабы, ну, я имею в виду рабы, не рабы системы. Сколько людей в протестах сейчас, уедет отсюда машина, здесь какой-то, вау. Слушай, пучеглазый, ты скажи, слышно меня или нет? Плюс напиши, если слышишь. А я сам себя даже хочу перекричать. А если нет, то минус поставь. Мы просто небольшой перерывчик сделаем. Глуши моторы, братан. Ну, продолжим. Я надеюсь, будет слышно. Микрофон у меня прямо вот рядом, да?
То есть приходили бы люди к этому памятнику, говорили, вот обморозок угнетал людей. В чем суть протеста? Северный ветер, здорово. В чем суть протеста? Ну, как всегда, одни за одно, другие за другое. И все это радикально. В конечном итоге погибла дамочка такая классная, очень симпатичная. За кого она, что она, непонятно. Ну и холку там набили тоже, как следует. Протест... О, сейчас, момент, сейчас они отваливают отсюда. Вот, ну протест типа того, что мы памятник хотим оставить, а мы против этого памятника человеку, который поддерживал, руководил вот этими движениями рабскими против в основном чернокожего населения в далекие года. Можно почитать побольше информации. Лучше на английских сайтах. Потому что там будет более, ну не то, что правдоподобно, ближе к телу. Вот, ну набрали, как они уж там набрали, были люди с автоматами, вот эти нацики. Нацики или какие-то там радикалы, да, куклусклановцы, ну кто о них знает, непонятно. То есть там никакой символики нет. Здорово, Юра. Вот, с автоматиками вышли, ну ты, голова есть, идешь на протест, ну оденься там, экипировочку возьму. Какие автоматы, ребята? Это 21 век. Ладно. Я из-за этого тоже напрягся. А в довершение, так, сейчас постепенно, вот, ну что там, 50 на 50. Причем бойцов-то я там особенных не видел, то, что показывают видео какое-то, да, ну, такие настоящие боевики, там, как их называют, на Майдане там, или каком-то были, тетушки какие-то, да, там спортивные парни, подкачанные бойцы настоящие, не какие-то там ММА, нет, бойцы с улицы, то есть там можно получить прутком, понимаешь, по затылку. Вот такого типа ребята, которые получали причем сильно. Такого я ничего не видел. Какие-то там телочки были альтернативные. Даже пола никакого-то не понял. Там была какую-то телку загасили. И как они там бились? Они такими кулачками. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кулачками начали стучать. А как на них налетели, они такие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это вот такая вот шушера была там. Здорово, Володь. Вот такая фишка. А в довершение ко всему, ну, полиция по таким, то, что я вот прочитал здесь по местному и BBC, как говорят, полиция их развела какое-то время, там они чуть-чуть начали кипиш какой-то наводить. Вот, и это самое, полиция их развела, и потом они как-то столкнулись опять, и в этот прекрасный, конечно, трагический момент, но прекрасный для всех, кто... вот этих, ну, нацики и прочие эти люди, чувак на тачке въехал в эту толплю, в эту толпу. Показывали вам так? В вашем штате свободное хождение оружия есть. Есть ограничения. Сейчас расскажу, пучеглазый. Окей? То есть чувак на хорошей тачке такой, по-моему, какой-то додж классный, современный, с номерами из Охайо. Вот что меня еще колбаснуло. Теперь так, здесь 50 на 50, ребята. Здесь вот кто-то сидит напротив, могут быть... Вот здесь вот сидят напротив в гостинице, за окном там сидит белый мужик и чернокожая дамочка. Типа они, ну, типа встречаются или от средних лет, ну. О, сейчас, подожди. Гаси мотор, братан! Во. И так уже успокоилось все. Ребята, не дергайте, не надо. Все нормально. 50 на 50 можно ужиться нормально, без проблем. Что они там замутили? Вот это будет, вот это вот, на, это такой мой маленький неудовольствие. Окей? Чтобы не политика занималась с вами, а вы занимались политикой. Так, сейчас прочитаю, Володь, погоди. Короче, этот ушлепок влетел в толпу, убил вроде дамочку, но опять, это из новостей, я сам ничего не придумываю, что я видел на картинке. Был какой-то профессиональный фотограф с какой-то камерой офигенной, снял фотку, что там вообще просто все там, какой-то
1080 или какая у него там камера, даже больше, то есть показывали ее. Ну просто чума, там месиво, ну страшные фотки, конечно. И ты не ожидаешь такое. Ну, что мне не понравилось, не было такого вот нормального, какого-то все из-под тишка это все делают. Вот пока, сейчас я буду еще больше информации, значит, кто там живет в этих Вирджиниях, мы отдельный мой стримчик я подготовлю. Ну, я так более-менее знаю, кстати, наш кореш из Вирджинии, из Вест-Вирджинии, который к нам граничит с Охайо. То есть этот идиот переехал на машине из Охайо, откуда-то недалеко, кстати, от Цинциннати, и влетел в эту толпу, поддерживающий всех вот этих куклус-клановцев, нациков, вот этих всех, ну, какая-то радикалистов, понимаешь? Но, с другой стороны, это там тоже не это самое. Они не... Что-то они все время вот на одну тянут на себя очень сильно, и это вот тоже напрягает. Короче, теперь читаю. В вашем штате свободное хождение оружия. Я могу... Да, свободное хождение. Единственное, что если ты носишь, тебе нужна лицензия, курсы, и, по-моему, ты не можешь что-то, какие-то ограничения. Но я могу сейчас пойти автомат купить, прямо автомат сейчас купить, и пистолет купить, и патронов кучу. Окей? Я только зарядить их не могу. Дома я, наверное, смогу, там, в гараже у себя на участке, на property, да? Но в машине, вот без всякого разрешения, я могу их отдельно... пойду на стрельбище, я там заряжу. Типа такого, так. Он же на этом, как его, тот, который... Я не понял, Володь, что ты пишешь? Про кимоно желтого цвета. Камаро. А, нет, камаро было серое. Во. Ну, спасибо, братан. Вот так, ребят, то есть никаких уже шуток нету. Все завернулось. How you doing? Завернулось уже все так конкретно. Когда на меня пялится, я всегда как-то отвечаю, чтобы уже больше не пялились. Вот. Шутки кончились. Что там затеяли, неизвестно. Потому что то, что эти протесты были против... этого современного президента Трампа, этого, это все ерунда. Там не было, там более, там даже непонятно, как что-то выдвигали, убрать этого, но он его только что выбрали, о чем вы, ребята, говорите. А здесь, как всегда, какие-то расовые проблемы. Окей? Так. Так, сейчас читаю, Володь. Вот в чем дело. Я что-то не помню, Володь, про кому. Я помню, было у Немаги. Володь написал. Кстати, идите вот бегом на канал Valley Railroad. Видишь, я могу прочитать все-таки. Очень отличный моделист, вообще супер моделист. Давай бегом вперед. Поддержите. И на Пикабу зайдите, полайкайте его, это самое. Володь, напиши ссылку на Пикабу прямо сюда, чтобы полайкали ребята и девчата. И потом еще оставь каждый раз. Ну, даже здесь нормально. В общем, настроение-то у меня супер. Но если бы я этого притырка бы увидел здесь, я бы просто за холку взял и встряхнул. Так, без так сказать, сильных повреждений, он просто встряхнул там, он просто в глаза ему посмотрел, козел. Ну, там, наверное, полиция-то как раз там разобралась с этим недоумком. Причем у него мать в инвалидной коляске, вроде бы нормальная такая мама, разговаривает там, да, у нее интервью взяли какое-то новостное агентство, уже наверняка там сразу к ней постучались. Она вообще не гугу, но это было, наверное, вчера. Я увидел вчера, да, в конце дня. Так, а как самооборона? Когда зарядить успеешь, а ты за Дональда Федоровича Трампа или нет? Я не за кого, я за спокойствие.
Я голосовал за него, потому что эти демократы немножко уже заборзели, понимаешь? Но я посередине, я хочу, чтобы было нормально все, окей? И холку тоже набью легко, что тем, что другим, вот. По-моему, это только так можно вести переговоры, диалоги и общаться в современном мире. Здесь не то, что за кого, не за кого, я за себя. Окей? Okay? Сунешься, лучше не сувайся. Так что вот такие, ребята, дела. Так, здесь у нас такой дедушка идет. Надо ему освободить дорогу, чтобы он не заруливал сильно. Ну, здесь всякие люди, экземпляры бывают. Ну, так вот, ребята, окей? Все мне это не нравится. Сделаю репортаж завтра, скорее всего. Ну, когда у меня будет время свободно. Может, даже вечером, потому что у меня немножко накипело и подгорело одно место. I don't think so, I got it, my man. Володь пишет на английском. Разминайся, да. Ну, теперь я форсирую сборку своего автомата, это 100%. У меня и денежки как раз высвободились. Так я немножко это оставил, но так. Трамп крут. Эти плохие люди, которые заднеприводные, ага. Эти тоже, которые все типа, о, да ничего, ничего, вот это так вот он называет, ну, типа, да. И которые, ну, не белые тоже, ага, обнаглели. Да, братан, надо строить, строить, пора, я согласен, абсолютно. То есть, вот, ну, опять-таки, мы здесь, у нас вот точно штат 50 на 50, там эти придурки в этих Вирджиниях. Они там что-то, может, в собственном соку. В этих Вирджиниях они там реднеки, они там... Это отдельно я тоже буду говорить, потому что это не какой-то... Это специальный уклад у людей там живет. Я сделаю такую правильную, грамотную интерпретацию этого. Так пишет. А протесты все часто бывают? Да, протесты постоянно бывают, братан, но... Если протесты там против каких-то там банкиров или каких-то, здесь очень важно не... Здесь очень плохие протесты, плохо заканчиваются вообще. Это очень плохие вещи на национальной почве, особенно, ну, как правило. Так, это твой пикабу? Нет? Ага. Вот, ребят, давай на эту ссылку, кто здесь сейчас, вот 7 человек сидит, помогите Володе, кто имеет аккаунт в Пикабу, а если не имеете, еще сделайте, потому что мне тоже нужно помочь бороться там с обморозками. Там люди минусуют за такие хорошие информации, понимаешь? Это меня тоже колбасит, мы будем напрягать их. Ну, Володь, напиши там, чтобы четко все попало, да. Попадите, ребята, у него потому что только один пост, поставь там что-нибудь. Вот. Так, ага. Здорово, братан. А ну, как тебя я? К.А. Вали его на бок, да. Я говорю, я не шучу, ребят. Я очень тихий, спокойный. Меня вывести, ну, практически невозможно. Но вот это у меня... То есть, если вот притурок этот был бы, я бы ему сказал все в лицо и так немножко так. Помните, как вот в этом, пусть даже это как считается контакт. Вот телочка неплохая, но что-то шуганулась от меня тоже. Вот в Питере там это самое сообщество, ну эти полосатые, да, которые вышли. Мне вообще не по барабану, ко мне только не подходи. Там в день десантуры как раз, года два назад или да, что-то в этом духе. Вот так вот чувачок просто принял чуть-чуть и все. Уже шелковый сразу стал, прикинь. То есть это... Разгулялись. Ну ничего, так. Еще вертолет положили. Сейчас, погоди. Убийство черных полицейских и как результат нацгвардия в городе. Так? Ну да, да любое убийство, какая разница. Уже, ребята, спокойно все. Я повторяюсь, я уже как магнитофон, вернее, CD-плеер или какой-то MP3-плеер на одну заезженную трак, да?
Все, ребята, спокойно, занимайтесь, блин, делом. Стройки идут, делайте бабки, делать нехера, нечего. Очень много работы, но, как правило, да. Вертолет. Ребят, вертолетов здесь, вот это вообще город вообще никакой. Там хороший университет, кстати, в этой Вирджинии, очень хороший. Чтобы туда попасть, надо как вот среди такого бодляка, понимаешь, хороший университет. Но это мы отдельно поговорим, я соберу хорошую информацию, все будет четко. Короче, у нас здесь вертолеты летают эти, ну, каждый день, везде эти вертолеты летают. И вдруг там полетел вертолет, и его положили, ну, к бабке не ходи. То есть два полицейских того в этом вертолете, офицера, ну, да, пилот и кто его там, помощник пилота. Я не знаю, там в вертолете команда какая. Прикинь? То есть будем смотреть, что к чему. Но Охайо вот попало тоже из-за этого идиота с этими номерами охайовскими. И видно сразу, что там написано из дилерской Охайо. Притырок, а? Ну, он его за это самое хорошо примут, там его 25 лет, наверное, легко, без амнистии, без ничего, потому что это как, это его там ему статьи припишут, это как терроризм, как нападение там на много людей, там вот очень много будет, чувак просто обморозок. А, как в Сербии дед из берданки стелс завалил. Ну, типа такого, да. Ну, там у них, наверное, были... Вот здесь же какие оружия можно купить, ребят? Здесь можно вообще... У этих там реднеков, у всех, они же там... У них там армейские склады, наверняка. У каждого там по несколько стволов, ё-моё. Разных там, калиберных, модернизированных. Они там стреляют, блин, попадают вообще в глаз белки. Вот. На вопрос, как так, что же невидимка, дед ответил, какая невидимка, вот же он летит. Отлично. Супер, братан. Ну, в общем так, ребят, расстраиваться сильно не надо, но просто надо, так сказать, глаз на чеку держать. Что они там замутят, замучивают, очень сложно определить, но то, что национальный конфликт, это плохо. Будем смотреть, будем узнавать и дальше вас в курсе держать. Окей? USA. Давай, прорвемся. Но пасаран. Спасибо, что пришли, конечно, да. Огромное. Приходите почаще. Сообщите своим друзьям, кому интересно. Давай.